Всем привет! Сейчас я нахожусь в магазине Хабби Лабби. Есть такой у нас. И вот какой красивый петушок. Я думаю, его можно оставить на улицу. Он стоит $40. В огороде где-то поставить, да? Такой красивый. Там у меня курочки есть, а петуха нету. Такая декорация. Я заехала посмотреть ткань. $8 такой ткань, чтобы такую на улицу, которая, чтобы пошить, попробовать хотя бы пошить подушки, то за 1 ярд $12, $10 такая непромокаемая, хорошая такая, то, но бывают здесь, вот сегодня на этот отдел такие всякие 50-40% скидки бывает, и на ткань тоже скидка. Сегодня нету, то я просто заехала, посмотрела. И гляньте, какая красота здесь, красивые лимончики. А вот такой $14 лимон. Можно кофе насыпать, так как я в курочку насыпаю, у меня стоит на кухне. Это пластик такой, но очень мне нравится в лимончике. С этой стороны уже бджолы, мед, кто желает. Так что ткань я только глянула. А у нас еще один магазин здесь есть с тканью. Нужно еще там посмотреть, поскольку. Ну, потому что сначала хочу узнать цены. Стоит ли оно того? Или лучше, может быть, так, что выгоднее купить готовые, чем покупать ткань и самой шить. Оно может быть в разы дороже, если самому шить. Вот, допустим, сегодня на эти всякие $56. Ну, конечно, это за 56 его никто не будет покупать. И $50. 50% скидки, как будто бы. Ну, это оно. Ой, какая красота. Ой, замерзла так. Ой-ой-ой. $30. 30, но 50 как бы процентов скидки, то будет 15 сегодня. Она так и стоит, может быть, 15 или 10. Ну, красивая такая пышечка надутая. Ой, такая серьезненькая она. Хочу сделать, друзья, распаковочку. Прям тут на столе Гена поставил сюда ящик. Так, купила помидоры, потому что закончились. $7 они. Ну, не дешево, я вам скажу, вот такие веточки. Но они очень вкусные. Огурчики взяла себе в этот раз маленькие. Тоже, наверное, $6 или сколько, что-то так. Яблоки. А то фрукты закончились дома. Пакет мандарин и апельсины и колбаску охотничью. Вот такой. Колбаска $20. Ну, очень вкусная. Ее любят у нас дома. Так, все такие покупочки мои. И цветочки мои еще покажу. Такие красивые стоят. Всем доброго дня, доброго утра, друзья. У нас сейчас 6 утра. Я сейчас повезу Мирославу на работу. Так, Пушек пил воду из бассейна.
Это увидел, что я вышла, и уже бежит. Пушиночка. Пушик. Что такое вкусная вода с бассейна, да? Там вижу, одна госпожа ходит. Вот, вот. Так, птички поют тихо еще. Это ну прибежал. А Пушек где? Нумик, это ты был там? А, вот есть и Пушек. Ходите, хлопцы, ходите. Ты только что вышел, рыжий. Насколько уже утром видно. Раньше было 6 часов утра, еще темная ночь. А сейчас вот. А днем не слышно вот так птичек. Это, наверное, что машины ездят или как. Так, уже две дамы, вижу, там ходит. Ну, что ж поделать. Такое зеленое у нас красивое. Иду прогрею машину. Кто-то уже вот был. Мои цветочки. Что, рыжик, поедешь с нами? Поедешь на работу? Да? Магнолия еще моя цветет. Видите? Уже, конечно, листья есть зеленые. Она еще. Даже у соседа петух кукурикает. У нас 8 утра. Приехала я с города. Клубничка моя цветет.
И вот сосед полицейский приготовил себе поле. Не знаю, будет огород сажать или что-то посеет. Вот там возле столпа, видите? Это первый год они. Думаю, может быть, сегодня уже посеять огурцы. В прошлом году были вот здесь огурцы. В этом посажу, посею тут, а там помидоры. Да, рыжик? Гуси я уже выпустила, открыла, купаются. Куры тоже открыла сюда, на свободу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как моются, как чистятся. О, огурчики нужно посмотреть мои. Ой, какие красавцы. Так, тут немножко вот ушки опустил. Видите, так нормально. Ну, будем ждать. Вот на эти стульчики я хочу такие их помыть, почистить и купить или пошить самой. Сидушки такие, сразу и на спинку, и чтобы садиться было мягко. Что там увидел? То я видела в магазине такие, как я хочу, чтобы и на спинку было, то $35 на один стульчик. Начинает бегать. Ой. Ой, какая чистенькая. Ой, чистюлька. Уже яйцо снесла с утра. Я Рексу отдала его. Ой, шланг выскочил, испугал. Испугал. Идемте, я в этот добавлю. Пока дойду, чтобы выключить, то пускай тут... Все, куры бегают, кукуруза есть, вода есть, свобода тоже есть. А гусеньки то сюда хотят, чтобы траву тут щипать. Все это будут чиститься полдня. Вот, допустим, такие я купила в прошлом году по $60. Да, это очень дорого. Куда собралась? Куда? За хлебом, да, в магазин? Они любят в огороде пастись. Там трава такая, которой здесь нету. Да, гусенька, сейчас я тебе хлеба вынесу.
Денечек красивый сегодня идет за мной куда-то. Они любят золу кушать, не знаю почему. Вот идут к костру. Там есть зола, попел. И они его едят. Кто это тут она? Красный, рыжий, это твоя работа. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это павлина была, не 100%. Это ее. Я здесь посеяла, друзья, матиолку. Она пришла проверить, что здесь растет. Иди, заходи. И Ранька моя красивая. Но так хорошо, что нету здесь той палатки. Вспомните, так выйдешь, ничего не видно просто. А сейчас вот весь двор, курочки, все такое.